Всем привет, друзья, с вами я, Рэй, это второй выпуск по вирусам. Сегодня у нас уже достаточно интересен вирус. Это, так сказать, декстоп-пазл. Что такое декстоп-пазл? Блять, опять ярлык. Это такой вирус, точнее, троян. Это троян, который нам что-то пишет, а потом он разбрасывает... кидает ну, именно вот рабочий стол в разброс. Сейчас мы все это узнаем сами, когда запустим. И вот мы активировали, и нам пишет слайдер 1.0. Oops, like, looks like somebody doesn't like you very much. You have to finish this sliding till entire puzzle before you can continue. Whatever is you go doing. Use the console. Cursor keys to move the pieces. Black piece is the empty one. Ну окей. Вот как видим наш, так сказать, вирус в разброс. То есть, ой, ну, рабочий стол просто в разброс. Вот и все. Перемещаемся вот так вот клавишами. Так. Так, что мы в этот раз делаем? Вот. Что ж теперь? Давайте так попробуем. И вот так, во. А это я не знаю только как переместить. Так. Как же переместить это дерьмо? Вот. То есть получается вот. Так. Подожди. Нам сказали, что нам надо собрать пазл. Ну, то есть, собрать по, ну, рабочий стол, какой он был. Но я не вижу, как переместить вот этот, вот эту хуйню. Вот это я не знаю как, честно говорю. Блин. Как же переместить эту хрень? Блин. Как же тут переместить эту хрень? Как же забрать этот пазл, чертов? Короче, ребят, мы влипли. Потому что мы не можем собрать рабочий стол. Вот и все. Мы не можем собрать рабочий стол. Нормально. А, нет, скорее всего. Как же меня бесит. Пошел вон. Блин, я не знаю, ребят. Ну, короче, если вы математик и вы любите головоломки, то этот вирус для вас. Мне это точно не для меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментите, всем пока.